Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию. Среднесрочный анализ валютных курсов. С вами Эдуард Сунгатуллин. Ваша реакция говорит о том, что трансляция идет нормально. Начинаем традиционно с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что сегодня выходило. Ну, продолжаются пасхальные праздники. В пятницу была пасхальная пятница. Страстная пятница ее еще называют. Рынки отдыхали. Сегодня продолжение. Пасхальный понедельник. Вообще всю неделю это мы должны быть с вами в хорошем настроении. Ни в коем случае не поддаваться унынию. Это считается великим грехом. Я хотя и не православный, я мусульманин, но считаю себя православным мусульманином. Поэтому правила хорошие. Да? Быть всегда в хорошем настроении. Это, честно говоря, просто хорошая общечеловеческая вещь. Не поддаваться унынию. Какой бы религии мы ни принадлежали с вами, и какого бы вероисповедания не были. В общем-то, Господь один, да, и все религии ведут к храму, как бы они ни назывались, и общечеловеческие ценности, они все одинаковые. Поэтому сегодня праздник продолжается, рынки тонкие, в пятницу практически ничего не происходило, не было никаких движений, немножко там, правда, на рынке золота было кое-что. Сегодня, поскольку японцы не считают это праздником, текущую неделю, у них выходили данные. Было сальдо, общее сальдо, причем торгового баланса. Сальдо не очень хорошее, нужно сказать. Очень сильно вырос дефицит. И до этого бюджет был у них дефицитный, но сейчас еще сильнее вырос. Цифры просто ужасающие, честно говоря. Очень сильно возрос импорт. Вдвое практически увеличился по отношению к предыдущему отчетному периоду, и очень снизился экспорт. Это, конечно, нехорошие, негативные данные. Далее у нас с вами понедельник. Ну, что еще здесь можно сказать? Ожидаются данные по Великобритании, серьезные причем данные, данные по розничному сектору. Они покажут, насколько сильную поддержку экономику оказали потребительские расходы в первом квартале. Это не сегодня произойдет, да, это вот на этой неделе будет происходить. Вот и данные этой недели покажут. Особенно они покажут, достигли министр финансов Великобритании Джордж Осборн целевого уровня заимствований на прошлый финансовый год. На не очень богатой на публикации на этой неделе выделяются следующие данные по розничным продажам. Вот они-то как раз и будут, наверное, определяющими, да? То есть данные по розничным продажам. Сильные значения за март поддержат ожидания относительно быстрого экономического роста в первом квартале. Далее можно сказать, что фундаментальные показатели потребительских расходов улучшаются, и более высокая занятость и сильное улучшение ситуации на рынке жилья оказывают поддержку потребительским расходам. Сегодня из данных, которые ожидаются среди мирового экономического сообщества, это индекс национальной активности Чикагского ФРС. У нас есть только предыдущее значение 0,14. Посмотрим, что будет выходить по факту. Ну, а также еще можно обратить внимание на индекс опережающих индикаторов. Их еще называют лидирующими индикаторами. И здесь, хотя и не отмечены, достаточно серьезная волатильность, но тем не менее, вот в текущей ситуации экономической, да, когда идет замедление, стагнация, нет роста. Вот значение этих лидирующих, так называемых, опережающих индикаторов, они выходят на первое место, и, как правило, их рост показывает говорит о том, что рецессия может заканчиваться, и рынок переходит в другую фазу, в фазу роста. Посмотрим, что реально будет происходить на рынке. Но, во всяком случае, если будет серьезный рост, серьезные значения вот этих опережающих индикаторов, это может говорить о том, что действительно взят курс уже на серьезное восстановление, и вполне возможно, возможно будет ожидать каких-то позитивных данных в дальнейшем. Но на самом деле все, конечно, будет приковано к рынку жилья в Соединенных Штатах. К рынку труда, извините, пожалуйста, заговорился немножко, думаю, одно говорю, другое. Вот. Несмотря на то, что Федеральная резервная система как бы озвучила, да, что мы пересмотрим показатели, отказываемся от каких-то конкретных показателей и тем более конкретных данных по этим показателям, то есть какие-то целевые уровни они не обозначили, да, достаточно расплывчато дали такое определение, но тем не менее
все-таки безработица, она остается одним из ключевых показателей, на который, конечно же, Федеральная резервная система будет обращать внимание, и регулятор будет продолжать внимательно следить за состоянием именно в этом секторе. Ну, традиционно, конечно, и рынок жилья тоже традиционно считается у них важным показателем. Посмотрим. Не будем гадать на кофейной гуще. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, потом посмотрим технику. Если у вас есть вопросы, напишите слово «есть» и вопросики свои задавайте. Давайте, Наталья хочет задать вопрос. Ждем пока что Наталью, пусть она сформулирует свой вопрос, а пока что посмотрим с вами индекс доллара. Во-первых, неделю посмотрим. Вот посмотрите, вся неделя была не очень активная, да, за всю неделю был небольшой рост. Вот. Ну а если посмотреть пятницу и сегодня, то очень узковолатильные такие слабо торгуемые дни. По сути дела, ничего не происходит, и вряд ли сегодня тоже будет что-то происходить, поскольку тонкие рынки, все предпочитают радоваться празднику, нежели заниматься столь пошлым делом, как зарабатывание денег на финансовых рынках. Итак, Наталья пишет, процентная ставка изменяется в Новой Зеландии в среду. А что это, на что она влияет? Она, конечно же, влияет на стоимость новозеландской валюты. Рост ставок оказывает позитивное влияние на валюту, она укрепляется, снижение ставок, как правило, приводит к снижению стоимости национальной валюты. Поехали дальше. Итак, вот наш с вами индекс доллара, который никуда не идет, ждет данных, данных нет, рынки стоят. То же самое по евробаксу, посмотрите, да, пятница никакая, понедельник никакой. В целом неделя у нас с вами тоже не очень была активная. Торгуется ниже уровня Фибоначчи, 61,8 неделя закрылась. Если брать чисто формально, то здесь у нас тренд восходящий, здесь тренд нисходящий. По индикатору SMA. Индикаторы противоречат друг другу, значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Если же взять диапазонную торговую систему, то сигнал у нас с вами в покупку не сформировался, у нас пока что есть сигнал в продаже. При этом цены находятся в верхней трети. Что в этой ситуации можно сделать? Если будет сигнал осциллятора в продажу и при этом не увеличится сильно волатильность, в этом случае можно будет попробовать атаковать рынки вниз по диапазонной торговой системе. Если будет сигнал в продажу, закончится волна отлива, начнется приливная волна, повторяюсь, при этом не будет сильной волатильности, а консолидация продолжится, то в этом случае имеет смысл атаковать рынок, ставить отложенный приказ sell-stop, определить точку выхода по стоп-лоссу. Ну и в качестве цели рекомендую ориентироваться на уровень Fibonacci 23,6, тоненькая FIBA. То есть пока что рассматривайте в качестве цели значение 1.3675. 1.3675. Ну и уже затем в качестве бонуса это будет 38-я FIBA, но об этом речь уже будет позже. Если откроете сделку, то и она будет в плюсе, будете защищать свою бумажную прибыль. Там уже поговорим о дальнейших целях, пока что это не имеет смысла. Жду вашей реакции по паре евро-доллар, что не ясно, что непонятно, какие у вас будут вопросы. Вопросов нет. Отлично, идем дальше. Британец. Пятница никакая, четверг-то никакой, да, пятница совсем никакая, ну, сегодня небольшой рост. Если, опять же, посмотреть неделю, неделя небольшая, с небольшим ростом была, причем за неделю немножко поднимались выше предыдущего значения, ну, двойная вершина уже налицо нарисована, да. Смотрим, что у нас на дели. Тренд восходящей фазе импульса, теперь нужно посмотреть, как ведет себя индикатор USMA. А индикатор падает. Поэтому трендовая торговая система молчит, никакой торговли. Диапазонные тоже не торгуются, поскольку был отменен сигнал в продажу. Поэтому по британцу, который у нас с вами традиционно стерлингов, курим бамбук, сидим на заборе, ни о какой торговле даже не помышляем. Здесь однозначно совершенно день бамбука. Австралийская валюта. Вот так выглядит неделя. В течение недели снижалась австралийская валюта. Это было на заявлениях
Резервного банка Австралии. Он выразил свое недовольство текущим курсом, сказал, что это некомфортно для экономики страны. Ну и вот это получилась такая небольшая вербальная интервенция на этом фоне. Австралийский доллар немножко снижался в течение недели. На Дели это выглядит следующим образом. Здесь у нас тренд восходящий, здесь тренд нисходящий. Индикаторы друг другу противоречат, поэтому у нас сегодня не торговый день. Берем бамбуковую палочку и курим бамбук. Сидим на заборе, даже не помышляем о торговле. Итак, мы закончили с вами с обратными котировками. Возможно, есть какие-то вопросы. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Жду вашей реакции. Если вопросы есть, пишите слово «есть». А если вопросов нет, ставьте плюсик. Нет, дивергенция – это не сигнал к торговле. Дивергенция – это как раз обратный сигнал. То, что торговлю надо заканчивать. Потом у нас нет такого понятия, как дивергенция, у нас есть понятие дивер здесь. Дивер – это несоответствие. Вопросов нет, идем дальше. Япончег. Weekly. На недельном графике. Был небольшой рост, цены поднялись из нижней трети в мертвую зону, так называемую, в течение недели. Если посмотреть daily, да, то у нас практически никакая была пятница и такой же понедельник, ну и четверг, обусловлен совсем небольшим ростом. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат. Трендовая система не торгуется. По диапазонной торговой системе у нас осциллятор находится в зоне перекупленности, в верхней трети, да, уже намечается сигнал продажи, но здесь у нас мертвая зона, поэтому мы не торгуем. Если бы цены находились в верхней зоне, вполне возможно, мы были бы с вами в режиме стендбай, ожидания сделок на продажу, но пока что этого не происходит. Да? Зоны в мертвой, еще раз повторю, мертвая зона, там, где торговлю мы с вами не торгуем. Торговля не ведется в этой зоне. Поэтому по японцу мы сегодня тоже сидим на заборе активно и активно курим бамбук. Швейцарский франк. Была небольшая неделя роста, не очень активного роста. Рост был достаточно умеренный, слабенький. Это обусловлено тем, что Национальный банк Швейцарии достаточно вяло себя вел в течение всей этой недели. Но опять же, практически никакая пятница, и вот сегодняшний день. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы друг другу противоречат, поэтому берем бамбуковую палочку, курим бамбук и никаких сделок с вами не совершаем. Канадец. Очень похожая ситуация. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Сидим на заборе, курим бамбук, сделок не совершаем. Вот она неделя. Был шип вниз. Рынок оттолкнулся хвостом кенгуру, да, и продолжил свое движение в течение недели. Повторюсь, совершенно никакой была пятница, ну и понедельник сегодня тоже. Рынки ждут. Никакой торговли. С прямыми котировками мы тоже с вами закончили. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Похоже, вопросов нет, идем дальше. Еврофранк, наш с вами индикативчик. Пытались цены закрыться выше уровня 1.22, попытки такие были, мы видим три хвостика, и сегодня даже такая попыточка была, но попытки были неудачные, пока что наш с вами индикатив торгуется ниже уровня 1.22. Золото. Приношу свои извинения, мы очень сильно должны с вами понизить уровень Дончиана, я немножко это дело прошляпил. Вот он, тот максимум, на который мы сейчас можем с вами ориентироваться. То есть понижать уже нужно было несколько дней подряд. Соответственно, полтинничек наш с вами тоже перенести. Вот таким вот образом. Но страшного ничего нет. Почему я не очень переживаю по этому поводу? Дело в том, что цены все равно находились внизу, ближнего уровня Дончиана, да, поэтому как бы критичного ничего не произошло. Вот полтишок только здесь, цены все равно далеко были, он был выше на протяжении вот этих дней. Значит, завтра еще мы с вами верхний уровень менять не будем, ровно один день, потому что здесь две свечки, да, вот эта свечка и эта.
То есть у нас сначала каждый день понижалось, но поскольку вот здесь две свечки, завтрашний день мы не пересматриваем, а послезавтра уже у нас опустится уровень вот сюда ниже, и после этой свечки он достаточно длительное время будет находиться в узком диапазоне. То есть сблизится у нас верхний и нижний уровень. И вот когда очень сильно сблизятся вот эти уровни, это как раз будет достаточно такая характерная ситуация для прорыва. Ключевым будет момент, пересекутся мувинги или нет. Вот если пересекутся, значит, можно будет рассматривать торговлю вверх. Не пересекутся, значит, будем рассматривать торговлю вниз. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Трудящиеся просят показать агрессивную торговую систему, которая называется «Могучий аллигатор, хищник, раптор». Крокодил. Тирекс. Итак, евро-бакс. У нас совершенно нет опорных максимумов для начала торговли. То есть ни один фрактал, ни один максимум пока что не закрылся выше пасти аллигатора. Вполне возможно, появится опорный максимум в том случае, если цена опустится ниже и не превысит вот этот максимум в течение еще 2 часов. Это будет известно где-то в 13:00, не раньше. Пока что имеем только опорный минимум, из которого можем вычитать 1 пипс. На текущий момент межфрактальное пространство у нас с вами 17 пипсов. То есть ждем, находимся в режиме ожидания. Чем дольше крокодил будет голодный, тем комфортнее будет входить по первому измерению. Пока что идет рост. Британский фунт, который стерлингов. Здесь ситуация следующая. Она достаточно комфортная для открытия по первому измерению, но дело в том, что вы уже должны были быть в рынке. Вот как выглядит ситуация здесь. 19 пипсов межфрактальное пространство, значит, этой свечкой вы должны были открываться по первому измерению. То есть вот эта свеча, да, и уже этой свечкой по второму. То есть 2 измерениями, 5 юнитами вы должны быть в рынке. То есть начинать торговать уже категорически нельзя, а уже нужно было находиться в рынке. Совершенно однозначно. Юнит — это 1/10 от общего объема позиции, которым вы должны были рассчитать и входить по этой агрессивной торговой системе. Итак, здесь уже по 2 измерениям нужно было быть в рынке. Смотрим австралийца. Что у нас здесь с вами? Тут ситуация следующая. 25 пипсов. Это вполне себе комфортненько. Итак, у нас есть опорный максимум. Прибавляем сюда спред плюс 1 пипс. Отложенный приказ buy stop. Вход по первому измерению только 1 юнитом. Для продаж вычитаем из этого минимум 1 пипс. Соответственно, ставим отложенный приказ sell stop. То же самое. Вход будет по первому измерению 1 юнитом. Япончик. Здесь ситуация уже иная. Пасть аллигатора была закрыта, но у нас не было опорных точек вниз. Поэтому не было классической ситуации из открытой пасти аллигатора. Хищник полностью, классически, скажем так, не проголодался. Да? У него оставались куски непережеванной пищи во рту, он ее глотал не спеша, поэтому голодным классически он не был. Поэтому о начале торговли здесь, в общем-то, не имело смысла говорить. Не совсем характерный момент, но при этом, конечно, вот цены приподнялись выше этого фрактала. Но повторяю, это только если бы вы отдельно рассматривали сигналы для покупки, да, исключая сигналы для продажи. Тогда здесь нужно было входить первым измерением, здесь вторым. Опять же, по 2 измерениям должны были быть в рынке, но поскольку цены идут вниз, скорее всего, эти входы были бы не очень удачны. Поэтому здесь лучше подождать, пока хищник проголодается, пасть свою закроет, и как можно дольше будем голодны. Швейцарский франк. Ну, здесь перевернутая ситуация, как по евробаксу. Опять же, есть опорный максимум вверх. Будет ли этот опорный минимум? Мы с вами узнаем только, когда закроется 12-часовая свечка, то есть в 13:00 будет понятно. И если сильно волатильность не возрастет, то здесь у нас с вами будет межфрактальное пространство, где-то порядка 15 пипсов, вполне себе комфортненько. В общем, если это не будет больше 40, то вот это нужно будет рассматривать в качестве входа. То есть здесь опорный максимум, прибавляем спред плюс 1 пипс, отсюда нужно будет вычитать, но только на 13:00 значение. Если же цены будут продолжать идти вниз, значит, все, мы с вами не сможем войти по этой агрессивной торговой системе. Канадец. Пасть полностью не закрыта, лучше подождать, когда хищник проголодается, и вот будет такая вот ситуация при закрытой пасти. Здесь, кстати, вполне себе комфортненько было,
Вот, давайте посмотрим. Просто в качестве примера. 13 пипсов, вот шикарно. Если то же самое будет здесь, когда пасть закроется, вот тогда и нужно будет входить по первому измерению. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Похоже, что у матросов нет вопросов. Конечно же, это не может не радовать. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.